Значит, вот у нас позвоночник, да? Копчик. И здесь он заканчивается, и макушечка, понятно, да? Вот, это у нас будет такая штука, назовем ее ось. So we'll call a spine axis. Вот. И есть еще такая штука, называется центр массы, центр тяжести. Ну, все слышали, да, такое? Обычно его куда-то сюда помещают. And there's also the center of mass, which is usually in the belly. Вот. Но его можно двигать по телу. But you can move it around in the body. То есть вот, если он здесь находится, да, то обычно такое положение называется укорениться в землю, да? То есть вот все движения идут от земли. When it's lower, all the movements come from the ground, from the legs. Двигаем там в руку, в удар, еще куда-то, да, там, ну вот это вот, это все там, волновая работа. Это отсюда все идет. Теперь, если мы его повыше поднимем немножко, ну вот сюда, то у нас вот бедра становятся попустее. If we move it up to the chest, we release our hips, we have more freedom in the legs, and we can deliver the mass much quicker. And today we'll try to move it with breathing. You can imagine it as a ball which we are gonna move along the axis. So сейчас что мы сделали? Вдохом шарик подняли повыше туда. Now with inhaling, bringing it up. А потом на выдохе опускаем его в копчик. And then with exhaling to the coccyx. А теперь как бы вдыхаем и шарик наверх. Потом выдыхаем, шарик вниз. Вдыхаем, шарик наверх. И вот так вот попробуйте покатать его, но чтобы у вас тело синхронизировалось с движением шарика, да? But you should synchronize the body movement with the movements of your mass, so it should be synchronized. Попробуйте подышать.